Лепесу в нашем сегодняшнем чате, на вебинаре. Наш вебинар мы назвали «Перспективы бизнеса Атоми в цифрах». Сегодня мы послушаем нашего уважаемого партнера, мастера Шаронской розы Жанбулата Тимиргалиева из Алматы. Они со своей, он со своей женой Жулдос, они были одни из первых. У кого-то этот, а у Жанбулата кто-то, да, там какие-то помехи у вас. Они были одни из первых партнеров, которые подключились еще до открытия официального рынка Казахстана, поверили в этот бизнес, очень успешно начали работать, они как раз были в поиске, и тот именно личный их пригласитель, это была знакомая Дина, да, она растворилась в туманной дали. Вот они сейчас мастера Шаронской розы, у них партнеры уже есть, мастера это Шароны, бриллианты, сейлс-мастера. То есть смотрите, видите, тут та женщина, да, которая им сделала это предложение, как много она потеряла денег. Мы поэтому всегда говорим, в нашем бизнесе никогда нельзя его как бы, ну, останавливаться, бросать, да, видите, как уже человек имеет полбизнеса, а его нету, этого человека. Вот Жанбулат, он, знаете, нам напоминает немного нашего спонсора, любимого Мунгёма, да, он такой же дотошный, он все, каждому делу подходит очень так скрупулезно, но он еще немножко о себе расскажет, я надеюсь, да. Вот, и поэтому он, как бы, вот те цифры, те выкладки, которые он нам сейчас, о которых он нам расскажет, вот это он проделал, видите, вот такую работу, то есть не просто так он сразу за бизнес взялся, а очень основательно, вот поэтому они и такие успешные в этом бизнесе. Те цифры, которые Жанбулат будет приводить, они, ну, наверное, Казахстана, как бы, да, он там изучал рынок Казахстана, но я думаю, что они для и России, и для Казахстана, они у нас как бы вот в процентном отношении, они у нас примерно будут одинаковые и ясно будут представлять картину. Поэтому я вам советую взять тетрадку, ручку и запишите то, что будет говорить Жанбулат. Так, я тебе передаю микрофон. Пожалуйста, Жанбулат, мы тебя внимательно слушаем. Отключаем свои микрофончики. Микрофон. Добрый день. Меня слышно, видно, да? Да. Добрый день. Добрый вечер. Всех вас приветствую. Вот. Для начала хочу всех вас поблагодарить за то, что мы сегодня все собрались здесь, и сегодня мы с вами будем общаться. Хочу сказать своим спонсорам, Дине и Ирине, огромное спасибо за предоставленную такую возможность пообщаться с вами. И, конечно, хочу заодно поблагодарить и вышестоящих спонсоров. Это Татьяна Измайлова, которую мы знаем с супругой. И вот давайте тогда для начала я сейчас вам расскажу, почему, вот сейчас вот Рина говорила, когда представляла, она говорила, что с самого начала, да, на самом деле, это было в 2019 году, в феврале месяце, после того, как открылся российский рынок, мы узнали уже на следующий же год, в феврале месяце, про компанию Атоми. Рина, я чуть-чуть тогда коротко расскажу, да, почему, да, почему вот именно, почему выбрали именно компанию, почему именно Атоми, потому что мне очень хочется, чтобы мы все сегодня поняли, что такое вообще Атоми. И на самом деле, действительно, я, когда познакомился с Атоми, я сразу начал искать достоверные источники, вообще, что представляет из себя Атоми компания. Начал, конечно, смотреть и изучать другие торговые площадки, которые мы все абсолютно знаем.
Эти торговые площадки уже на нашем рынке уже давным-давно. И сейчас мы с вами будем вычислять статистику, да? Вычислять статистику на цифрах. И я думаю, что мы все с вами поймем, почему надо быть сегодня здесь. Вот. Когда мы... Чуть давайте я предысторию тогда расскажу. Мы с супругой вообще сетевой маркетинг начали изучать еще с 99-го года. Тогда еще я работал монтажником-высотником. В 99-м году моя супруга Жулдыз. Я думаю, что однажды вы все услышите ее, послушайте, вернее, услышите ее. И мы все с вами будем... Думаю, что мы знакомиться будем. И вот одна из первых людей, когда в 99-м году еще супруга моя начала изучать сетевой маркетинг, а я в тот момент работал монтажником-высотником. Я не буду полностью рассказывать свою историю, просто коротко. И мы, в общем, начали с 99-го года изучать сетевой маркетинг. Вот, и уже в 2002-2003 году уже были довольно очень успешны. Очень успешно именно в этой индустрии. Конечно, поначалу всегда надо изучать, поначалу ничего не получается, как всегда. Но, тем не менее, мы создали огромную структуру не только на территории Казахстана. По всей России у нас была огромная структура в Москве, в городе Иваново, Омск, Томск, Новосибирск. Вот, в таких регионах. По всему Казахстану была структура, Киргизстан полностью действительно были под нами тогда. Выходили на другие рынки за пределами постсоветского пространства. Это Прибалтика, Германия, Италия, Турция. То есть мы построили международную сеть. И довольно очень хорошо преуспели. Очень хорошо преуспели в той индустрии. А потом уже постепенно, постепенно мы все с вами понимаем, что всегда есть начало и всегда есть уже стабилизация, да? Этой индустрии сетевого маркетинга на сегодняшний день уже более 100 лет. Когда-то это было начало, а на сегодняшний день она уже стабилизировалась и сегодня уже является как клиентская политика. Вот. И таким образом мы достаточно хорошо преуспели, а потом уже в 2015 году мы с супругой создали собственную компанию. Очень крупную компанию, и в течение года мы на самом деле обанкротились. На самом деле было вложено очень много денег туда. Конечно, туда даже была вложена наша недвижимость. И тем самым мы в течение первого же года мы обанкротились и абсолютно остались без ничего. Вот. И таким образом, естественно, мы были в поисках. Это было в Восточном Казахстане, в городе Усть-Каменогорск. Мы раньше жили там, и мы вообще родом оттуда. И таким вот макаром вот искали возможности, куда бы идти, чем бы заняться, потому что мы не собирались устраиваться на работу, потому что мы все знаем, что такое работа. Вот. А традиционным бизнесом, чтобы заняться, вы все прекрасно понимаете, это традиционная ниша уже давным-давно охвачена, да? Вот, это уже не имело никакого смысла. Не имело никакого смысла заниматься традиционным бизнесом. Вот, и мы были в поиске. Конечно, мы заработали бы в сетевом маркетинге, но мы решили уже не пойти в сетевой маркетинг. В общем, мы в Восточном Казахстане вот так вот поизучали, поискали возможности. И вот таким вот образом... В 2019 году мы переехали с семьей в город Алматы. В город Алматы мы переехали, но это было перед Новым годом 2018 года, 28 декабря мы сняли квартиру в городе Алматы и заехали на квартиру. Естественно, у нас абсолютно в финансовом положении абсолютно ничего не было. Вот, сами прекрасно понимаете, это был довольно уже чужой город, тем более. Приехали, опять же, в поисках возможностей. Мы понимали, что Алматы – это очень большой город. Это на самом деле более 2,5 миллионов жителей здесь.
И здесь в любом случае мы были уверены почему-то, что найдем какую-то возможность дальше создать что-то новое. И мы были в поиске. Вот в 2019 году, первый месяц, январь месяц, мы все время были в поиске. И город Алматы мы обошли, можно сказать, полностью. Были в поиске. Но мы не хотели уже идти в сетевые компании, потому что мы уже в тот момент прекрасно понимали, какая статистика в этой индустрии. Потому что мы с супругой очень внимательно отнеслись, что мы не хотели терять время, и поэтому мы понимали, что и выявили статистику. Вот. На территории Казахстана очень много компаний сетевых, но жителей очень мало. На сегодняшний день у нас в Казахстане, на сегодняшний день официально по статистике зарегистрированы около 19 миллионов населения в Казахстане. Всего лишь 19 миллионов по всему Казахстану. И мы просто взяли, мы просто получили цифры, сколько же сетевых компаний существует на территории Казахстана. На территории Казахстана в тот момент, в 2019 году, в начале 2019 года, существовало очень много компаний, даже тысячи. И вот мы просто взяли население Казахстана, разделили. В тот момент 18 миллионов было в 2019 году пополам, и мы получили 9 миллионов. Почему пополам? Потому что мы прекрасно понимали, что сегодня, на сегодняшний день, школьникам они не пользуются, и, то есть они не идут в сетевой маркетинг, студенты не идут, рабочая сфера, они не идут в сетевой маркетинг. То есть мы просто разделили грубо пополам, это 9 миллионов населения, и для этих 9 миллионов населения, это клиенты, некоторые там занимаются сетевым профессионально, некоторые как клиенты, да, там на эти 9 миллионов клиентов разделили тысячи компаний, и получилось на одну компанию всего лишь несколько сот человек. Представьте себе, и таким макаром, вот на сегодняшний день в Казахстане каждый день по статистике рождается одна сетевая компания. Потому что сегодня уже многие предприниматели поняли, рынок из уст в уста – это один из лучших реклам на сегодняшний день. Вот. И таким вот образом мы уже не хотели, потому что мы прекрасно понимали, в тех компаниях, которые существуют на территории Казахстана, уже делать абсолютно нечего. Вот. И таким вот образом были в поиске, и однажды мы, в феврале месяце, мы узнали, я узнал о компании «Атоми», быстренько зарегистрировался. На самом деле, действительно, Рина сейчас, когда представляла, она говорила вам, что на самом деле это человек, который меня зарегистрировал. Она сама ушла в другую компанию, и, в общем, неизвестно, где она. В любом случае, огромное спасибо. Огромное спасибо. Она практически мне ничего абсолютно не говорила про Атоми. Просто перед ними стоял компьютер, когда я пришел к ним навстречу. И когда я зашел, а когда они мне сказали, что это торговая площадка, и она очень меня вот это вот сильно впечатлило. Я сразу зашел, начал смотреть через YouTube канал, что такое вообще Атоми, какие обороты делают, и быстренько тут же зарегистрировался и побежал домой. Уже когда бежал домой, по дороге позвонил своей супруге Жулдуз, я говорю, зайди на Атоми через YouTube канал, пока смотри. И я такой был вдохновленный, потому что я мгновенно понял, что Атоми даст нам огромную возможность. И вот, когда я прибежал домой, супруга у меня уже, она уже сидела в интернете, она уже смотрела, и мы в тот вечер сразу изучили маркетинг-план компании Атоми, несмотря на то, что в Казахстане еще не было. Вот. Мы изучили маркетинг-план, концепцию начали изучать, начали слушать господина Пака Хангиля, нашего председателя. Вот. И несколько раз послушали этого человека, и таким вот образом первый же день, буквально тот же день вечером мы зарегистрировали уже около 18 человек только по телефону. Вот. Вот такая у нас была такая вот история. Вот. И вот мы все время просто так не сидели. Это было февраль месяц в 2019 году. Мы заняли деньги, и я поехал уже на турне по всему Казахстану. Моя супруга работала уже дома, сидя,
В интернете она постоянно зависала, давала информацию, записывала ролики, маркетинг-план, в общем, и таким вот макаром я по всему Казахстану, вот так мы ездили с февраля месяца до открытия компании. То есть это было 23 июля 2019 года. То есть получается февраль, март, апрель, май, июнь, июль. Мы просто так не сидели, и мы уже создали огромную клиентскую базу на территории Казахстана, по всему Казахстану. Конечно, когда мы стартанули уже 23 июля, не все из этих людей стартанули вместе с нами. Не все. Может быть, и всех затронутых людей, зарегистрированных людей, уже это зарегистрированных людей уже было тысячи и тысячи. И вот с этих людей стартанули вместе с нами всего лишь, может быть, 1-2%. 1-2%, но это уже был очень хороший процент. И буквально мы стартанули, 23 июля открылась компания, мы стартанули 9 августа. 9 августа мы заказали первый свой заказ всего лишь на 19 тысяч тенге. Это по сегодняшнему курсу, не знаю, может быть, 10-15 долларов. Мы купили кофе большая коробка тогда была, и две маленьких паст, две пачки и одну коробку щетки. Вот, это был наш старт. И на сегодняшний день у нас ежедневный доход. То есть вот эта вот концепция Атоми, она позволяет всем клиентам создавать международный доход, да, международную клиентскую базу. И вот с этого момента, вернее, до этого мы с супругой, естественно, просто так не сидели. Мы из достоверных источников начали выявлять статистику, да, какие компании делают какие обороты, торговые площадки делают такие обороты. Мы начали полностью изучать, потому что это было необходимо, потому что об этом надо было говорить людям. И вот таким образом, в 2019 году, когда мы из достоверных источников вытащили такую информацию, вот, и мы были очень сильно удивлены. Удивлены тем, что на сегодняшний день мы все с вами являемся на другом секторе, это сектор торговых площадок, и сейчас как раз мы с вами будем уже сравнивать, что такое вообще сетевая индустрия, что такое вообще рынок торговых площадок. И вот таким вот макаром, когда мы узнали, что самые крупные компании, даже если вы сейчас же зайдете через Google, вы увидите на первом месте в мире самая оборачиваемая сетевая компания – это компания Amway. Наверняка все вы знаете, что такое Amway. В 2018 году, мы в 2019 году уже смотрели за прошлый год, за 2018 год. В 2018 году Amway сделал годовой товарооборот, составил 8 миллиардов 800 миллионов долларов. Это был огромный товарооборот для сетевых компаний. Вот. И они больше уже дальше не могут сделать больший оборот, потому что сегодня уже существует жесткая конкуренция между компаниями. Сегодня в Казахстане зашли, вот практически в Казахстане есть все компании, которые есть, по-моему, в Соединенных Штатах. То есть сюда, в Казахстан, у нас заходят из Соединенных Штатов Америки, к нам заходят с Европы, всякого разного характера компании, сетевые. К нам заходят с территории России, с территории Украины, к нам заходят с территории Турции. Очень много компаний. И тем самым еще на территории Казахстана создают уже предприниматели собственные сетевые компании. И таким образом очень много сетевых компаний. И когда мы вот обороты посмотрели, первое место занимала компания Amway. Это всемирно известная компания, вы все это знаете. Второе место, по-моему, занимала New Skin в тот момент. Tupperware, Zepter, Oriflame, Marie Kay, Herbalife и так далее. Вот. Это состоявшиеся компании, которые есть в мире, да, состоявшиеся компании, сетевые компании. Вот. И они больше 8,5, больше с 9 миллиардов на сегодняшний день не могут сделать. Когда мы это все просмотрели, а потом мы зашли уже на рынок торговых площадок. И вот когда мы узнали, какие же обороты делают торговые площадки,
Мы очень были сильно, во-первых, удивлены, а во-вторых, мы были очень довольны тем, что мы являемся сегодня источником торговой площадки атоми. Вот сейчас вот вы узнаете. Я сейчас вам несколько примеров приведу, вы поймете. Вот, смотрите, когда мы зашли, опять же, из достоверных источников, достоверные сайты, зашли и узнали, сколько же оборот в 2018 году сделал торговая площадка Amazon. Это американская торговая площадка, которую мы все знаем. Мы там были все клиентами, очень многие. Весь мир сегодня делает покупки в Амазоне. В Амазоне. В 2018 году, когда Amway сделал 8 миллиардов 800 миллионов долларов, Amazon сделал 270 миллиардов долларов. Годовой товарооборот. Вот обратите внимание на эти цифры. 8,8 миллиардов и 270 миллиардов. Я задался вопросом, почему же торговые площадки делают такие большие обороты? Начал поглубже изучать. Я полную книгу прочитал про Amazon, про Джеффа Безоса, который создал эту корпорацию. Вот, сейчас я историю не буду рассказывать. Вы в интернете можете прочитать историю, как вообще появился Amazon в 1994 году. Вот. Когда я это посмотрел, я был очень сильно удивлен, очень сильно удивлен. Естественно, я опять же, который мы все знаем, торговая площадка, уже это китайская торговая площадка, AliExpress. Мы все знаем, Alibaba говорят, AliExpress. Когда я зашел и начал смотреть, какие же обороты делает AliExpress, в 2018 году, в том же году, AliExpress за один день, 13 ноября, когда была у них Черная пятница, за один день буквально выручил 30 миллиардов долларов. 30 миллиардов долларов за один день, являясь торговой площадкой. Представьте, да? И в том году, в 2018 году, AliExpress сделал более триллиона долларов. Триллиона долларов. И вот представьте себе, таким образом, когда я это все сравнил, я понял, что торговая площадка Atomy однажды выйдет на такие же доходы, на такие же обороты. И вот таким вот макаром, вот всегда, я каждый год слежу за информацией. Каждый год. Недавно был у нас семинар, я опять же зашел из достоверных источников, начал смотреть, какие же обороты сделали в прошлом году, уже в 2022 году. Я был очень сильно удивлен. В 2018 году Amazon сделал 270 миллиардов, да? А вот в прошлом, в 2022 году, он сделал уже 340 миллиардов долларов. 340 миллиардов долларов он продал по всему миру. Вот такой был оборот, представьте. То есть товар продал, да, по всему миру. Вот. И таким образом я был действительно очень сильно удивлен, однозначно. И таким образом, опять же, я начал проверять, какие же обороты сделал уже AliExpress. Вы даже не поверите. В 2022 году, в прошлом году, AliExpress экспортировал товар по всему миру на 3 триллиона 52 миллиарда долларов. Обратите внимание, 3 триллиона 52 миллиарда долларов он экспортировал товар по всему миру. Это оборот, годовой товарооборот. Вы представляете, да? И вот таким макаром мы сегодня с вами понимаем, мы с вами сегодня понимаем, что мы являемся на секторе торговых площадок. Вы наверняка слушали господина Пака Хангиля, и он сам говорил, вот недавно я был в Южной Корее, и он встречался с лидерами, и он тогда еще раз озвучил, мы будем конкурировать именно с торговыми площадками, мировыми торговыми площадками. И вот представьте себе, Amazon, он раскрутился по всему миру через рекламные кампании. Когда в 1994 году появился Amazon в Соединенных Штатах Америки, Джефф Безос, владелец, который считается на сегодняшний день одним из самых богатых людей в мире, он первый год очень сильно боялся распространять Amazon по всему миру. Очень сильно, даже в Соединенных Штатах Америки. Потому что он боялся конкуренции. Боялся конкуренции. Он с женой уехал в самый тихий штат, и в своем гараже они создали Amazon и начали торговать. У них даже не было товара. С появлением интернет они поняли, что они могут охватить мировой рынок. Это высокая технология интернета позволяет, да, мы все знаем. И вот
первый год они работали очень тихо, и первый товар у них был журналы и книги. Они продавали журналы и книги через интернет, и за первый год они заработали более 15 миллионов долларов. После первого года, когда уже они заработали более 15 миллионов долларов, потом только они начали нанимать целые крупные рекламные компании. Вот эти вот рекламные компании, рекламируя, они вышли на мировой рынок. Сегодня весь мир стал клиентом Amazon. Именно поэтому сегодня они делают такие большие обороты. Весь мир стал клиентом этого магазина, который называется Amazon. Весь мир. Сегодня там есть все. От А до Я. Полностью. То же самое сделал Джек Ма. Это китайский крупнейший предприниматель, который создал AliExpress. Тоже нанимал рекламные компании. И через рекламные компании они рекламировали по всему миру и охватили мировой рынок. Наверняка есть люди среди вас, которые делали покупки уже в AliExpress. Весь мир является клиентом Amazon, весь мир является клиентом AliExpress и таких же крупных торговых площадок. Сидя здесь в Казахстане, мы можем спокойно заказывать в Амазоне и в AliExpress. Это мы все прекрасно понимаем. У них такая концепция. Они зарабатывают только сами. Они могут клиентам просто, если постоянно клиентам, они могут выплатить кэшбэк одноразово. Все. Теперь появляется южнокорейская торговая площадка Atomy. Atomy. Но Atomy, он полностью изменил концепцию. Полностью, абсолютно. У нас тоже есть от А до Я, много чего. Да? Он полностью изменил концепцию и вышел на рынок. Почему они изменили такую концепцию? Вот, потому что сегодня происходит раздел рынка. Борьба за клиентов. Мы все прекрасно понимаем, появляется много других компаний, они делают рекламы, скидки, какие-то бонусы, выплачивают. Это называется захват рынка, это называется дележ рынка. Рынок – это значит клиенты, люди. Вот таким вот образом сегодня господин Пак Хан Гиль, во-первых, это очень духовный человек, который позаботился о всех простых людей, даже у кого нет денег. Он придумал такую концепцию и выходит на мировой рынок. И, естественно, компания Atomy будет забирать мировой рынок. Вернее, обеспечивать своими продуктами весь мир. Но Atomy, он не будет нанимать рекламные компании. Мы будем заходить и заполнять мировые рынки через людей, то есть через нас. То есть получается, что именно мы будем обеспечивать другие рынки, создавая клиентскую базу по цепочке и будем заходить на мировой рынок. Представляете, да? Вот, к примеру, допустим, мой вышестоящий спонсор Татьяна Измайлова в России живет, да? И она приехала сюда, завела этот механизм, запустила и уехала, да? Естественно, мы с ней общаемся постоянно, на самом деле мы звоним, поздравляем друг друга там. И представьте, она зашла на рынок Казахстана, да? Я просто один пример привожу. А мы заходим уже на другие рынки. То есть уже в нашей структуре уже есть в Турции, в России тоже у нас есть уже, мы зашли опять же обратно в Россию. У нас есть в Кыргызстане, в Узбекистане, и это все происходит без нашего участия. Без нашего участия. Таким образом, наша концепция компании Atomy создавать клиентскую базу на мировом рынке. И вы представляете, это наше огромное преимущество. Вы представьте себе, кем мы можем стать, создавая клиентскую базу по всему миру. И мы являемся источником. Не смотрите на то, что открылась Atomy еще в 2009 году. Я недавно, когда общался с Таля сказала, в Южной Корее всего затронут, по-моему, говорит, еще всего лишь несколько процентов, где-то около 5% всего, может быть. Понимаете? То есть все страны, которые открыты, они еще до конца еще не раскручиваются. В Соединенных Штатах Америки
несмотря на то, что уже 10 лет там нет ни одного империала, оказывается. Понимаете? Почему? Потому что там постепенно развиваются, да? То есть это говорит о том, что это только-только начало. На сегодняшний день компания примерно, я вот, по-моему, если не ошибаюсь, компания Atomy делает всего лишь 2-2,5 миллиарда долларов в год. 2-2,5 миллиарда долларов в год. Обратите внимание, сколько империалов уже? Сколько империалов уже на территории Южной Кореи? Обратите внимание на то, что сколько людей зарабатывают на сегодняшний день от 1000 до 100 тысяч долларов. 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч, 50, 60, 100 тысяч. Таких очень много. Компания сделала всего лишь 2,5 миллиарда долларов оборота. Только что сейчас я вам говорил, что AliExpress, раскручивая через рекламу и компанию, они делают уже 200, 270, 300, 340 миллиардов долларов. Это Amazon, то есть, вернее, делает. AliExpress 3 триллиона 52 миллиарда за прошлый год. Вы представляете? То есть они через рекламные кампании. А теперь, даже если Atomy сделает всего лишь 10-20 миллиардов всего в ближайшие годы, это говорит о том, что в Казахстане, в России, в тех странах, которые открыты, у них есть возможность стать империалом и уже выйти на доход 100 тысяч долларов. И таким образом мы будем заходить на мировой рынок. Это не паханное поле. В Казахстане здесь всего лишь 1% населения зарегистрированных людей. Вот недавно был семинар, и нам через слайды наш директор показывала, сколько зарегистрированных людей в Казахстане. Всего лишь 1%. Там цифра была 196 тысяч человек. В данный момент 20 миллионов зарегистрированных людей в Казахстане. Из 20 миллионов 196 тысяч – это всего лишь 1%. Представьте, даже если мы в Казахстане всего 10%, никуда не выходя, 10% мы затронем, это уже сулит нам огромные успехи. То же самое в России. То же самое в России. Понимаете? И вот теперь послушайте. Всегда нужно время. Всегда нужно время, чтобы раскрутить какую-либо новую возможность. Всегда. Это статистика. Сейчас я вам хочу привести несколько таких случаев, которые происходили на наших глазах в Казахстане здесь. В Казахстане. То же самое, я думаю, та же самая статистика и в России. Та же самая. В 94 году, когда в Казахстане появилась сотовая связь, в 94 году еще, это самые первые кирпичи вот эти, да, Моторола, по-моему, стоимостью 1000 долларов. А 94 год, это был самый кризисный момент на постсоветском пространстве. Самый развал Советского Союза был тогда, Казахстан отошел, и рубль получил дефолт. Деньги обесценились. Как раз появились казахстанские деньги, тенге. Именно в те годы. И в этот же момент появляется сотовая связь, первые самые телефоны, кирпичи вот эти, стоимостью 1000 долларов. 1000 долларов плюс еще связь. 1000 долларов. В тот момент мы с супругой там еще жили в Восточном Казахстане, в городе Усть-Каменогорск, мы там тогда еще торговали, все вышли на рынки, да, продавали. В те времена квартира у нас в Восточном Казахстане стоила 500 долларов. 500 долларов. А телефон стоил 1000 долларов. За стоимость одного телефона можно было купить две квартиры, две. Тогда в Казахстане очень многие люди говорили, ой, это не надо, кому это нужно вообще? Но это была культура, которая заходила постепенно в нашу жизнь. Культура. Люди начали отказываться. С 94 года вот эта компания Altel, они начали раскручивать ее, наделали промоушен, промотировали, везде ходили, предлагали и так далее, и прочее. Массовая покупка телефонов уже происходила после 2001 года. Казахстанцы, вспомните, когда вы купили самый первый телефон. То есть с 94 года до 2001 года она раскручивалась.
раскручивалась, раскручивалась, несмотря на что это стоит очень дорого, но она все равно зашла к нам на рынок. После 2008, после 2001 года пошла массовая покупка этой культуры. Сегодня мы автоматически стали клиентами этой культуры. Сегодня без телефонов невозможно обходиться. Мы все прекрасно понимаем. Обратите внимание, сотовая связь зашел в каждый дом. В каждый дом. В одном доме по 5 телефонов. У всех есть. Представление имеете? Сколько времени прошло? С 94 до 2001. 8 лет. 8 лет. Да? Чтобы она раскрутилась. Время всегда нужно. Когда кто-то кому-то звонит, кто-то получает доход. Вот сейчас мы все с вами беседуем. Наверняка на улице кто-то кому-то звонит. Именно сейчас. Через секунду, через минуту, через 2 минуты, через 10 минут. Это происходит круглосуточно. По статистике в секунду происходят миллионы звонков. В секунду. Беспрерывно. Каждый телефонный звонок – это доходы. Чьи-то доходы. Те люди, которые в 94 году привезли эту культуру и начали раскручивать, они сегодня получают доход пассивный, остаточный с каждого телефонного звонка. Они будут получать доход до тех пор, пока мы с вами будем говорить и общаться. Представление имеете, да? Теперь смотрите. Интернет в Казахстане появляется в 99 году, в 2000-м. Скажем, в 2000 году. Сначала вот мы в Усть-Каменогорске, у нас был один интернет-клуб в центре города. Весь город туда приходил, были большие очереди, и мы заходили на 15 минут, платили какие-то деньги за 15 минут, и заглядывали на почту, и выходили. Ни у кого не было интернета в 2000 году. Потом постепенно-постепенно появляется проводной интернет. Люди начали покупать большие процессоры, большие компьютеры, целый ящик, да, ставили на стол. И таким образом проводной интернет мы начали работать. Не у всех было. Не каждый человек мог позволить это купить для себя. Опять же, после 2008 года появляется цифровой интернет. Сегодня интернет в каждом доме. В каждом доме. Таким образом, сегодня можно обойтись без интернета. Невозможно. Это опять же новая культура, новая высокая технология. Мир диктует, мы не влияем на ни на что. И мы должны просто перестраиваться и принять то, что есть. Понимаете? И таким вот образом, опять же, в 2000 году появляется интернет, после 2007-2008 года уже появляется практически у всех. Опять же, 7-8 лет понадобилось, чтобы раскрутилась эта культура. Всегда нужно, туда всегда есть время. Понимаете? Сейчас компания Atomy заходит в наш рынок. Это тоже не какая-нибудь компания. Это культура. То же самое, понимаете? Это культура, которая зайдет в нашу жизнь. Когда люди поймут, что оказывается быть простым клиентом, довольный клиент зарабатывает деньги, когда они поймут, для этого тоже нужно время. Вот в Казахстане официально 2 года. 2 года Atomy существует. Официально, я имею в виду. Через 5 лет будет массовая покупка в интернете именно в Atomy. Массовая. Опять всегда нужно время, пока кто-то раскрутит, а потом клиенты придут сами. Как мы пришли в другие культуры. Понимаете? Мы всегда являемся, все люди на планете – это клиенты. Даже если он президент, какой-то министр, всегда мы все клиенты. Таким макаром. Сейчас я говорю, что такое вообще торговые площадки, что такое вообще сетевые индустрии. Обратили внимание? Зайдите через Google, посмотрите, какие же обороты делают сетевые компании, самые крупнейшие в мире. Какие? В год. Обратите внимание на торговые площадки. Представляете, когда вы это увидите, когда вы будете вдохновлены. Вдохновлены. Почему? Потому что именно мы будем создавать эти миллиарды долларов в компании Atomy.
Понимаете? То есть именно концепция такая, что мы через людей будем заходить на другие рынки и заполнять весь мир продуктом компании Atomy. И услугами тоже. Понимаете, да? Это сулит нам огромные возможности. Любой простой человек. Здесь концепция такая, принцип такой, что каждый простой человек не имеет значения, есть образование, нет образования, абсолютно. Самое главное понять, даже если на $5 человек купит щетку и пасту, он имеет возможность создавать международный бизнес. Представление имеете, да? То, что происходит сегодня с нами. Я немного, вначале я говорил, наша первая покупка была всего лишь на 18 тысяч тенге, 19 тысяч тенге, по-моему. Это где-то $10-15 всего. Сегодня у нас доход ежедневный. Несколько тысяч долларов. Ежедневный доход, пассивный остаточный доход. То же самое, как на рынке сотовой связи, придет время, мы ежесекундно будем зарабатывать. Ежесекундно. Потому что в каждую секунду в нашей структуре кто-то что-то будет покупать. Уже с нами это происходит. Наверняка это происходит у Рины, у Дины. У всех лидеров, которые сегодня профессионально занимаются этим, у всех это происходит. А что будет дальше? Мы даже еще не начинали. Представление имеете? 2 года – это и не срок, абсолютно. Это культура, которая заходит в нашу жизнь, и это уже не зависит от нас. Не зависит. Хотим мы этого или не хотим, Atomy будет раскручиваться дальше и дальше и дальше. Все это факты. Лучше, конечно, использовать сегодняшнее время. Сегодня идет, опять же, захват рынка. Понимаете? Захват рынка. Дележ рынка. Именно в Atomy. Atomy сегодня дает нам международную сеть. Международный рынок. Вы представление имеете? Вот теперь смотрите. Давайте я сейчас приведу другой пример. 65-67 лет тому назад в Соединенных Штатах Америки появилась вот эта компания Atomy, Amway. 65 лет тому назад. В Соединенных Штатах Америки. Но тогда не было интернета. Они физически из уст в уста захватили мировой рынок. Интернет появился совсем недавно, да, мы все знаем. Тогда еще не было интернета. То есть они физически, чтобы затронуть одного человека в другой стране, они прилетали в другую страну, знакомились с людьми, им объясняли. Это все было физически. Понимаете? Тем не менее, они захватили мировой рынок. Когда мы здесь сегодня покупаем продукцию Amway, наши доходы по цепочке уходят куда? На основу в Соединенные Штаты Америки. В Казахстане сотни тысяч людей покупают Amway, в Amway. В России то же самое. В Узбекистане, в Киргизстане. Вся Европа покупает, стал клиентом Amway. Весь мир стал, то есть все клиенты, когда покупают, обороты, денежки идут на основу. Как вы думаете, основатели этой компании, сетевики, которые когда-то двигали физически, сколько они получают в месяц? Со всего мира, как вы считаете? Это миллионы долларов в месяц. Миллионы долларов в месяц – это пассивный остаточный доход от покупок продукции компании Amway. Но мы, к сожалению, не успели быть самыми первыми. То же самое Maritei, Oriflame, Herbalife, Scepter, Tupperware. Все компании, которые уже создали свое имя на мировом рынке, они зашедшие к нам откуда-то. И мы сегодня являемся только клиентами. На территории Казахстана Amway существует уже 22 года. Если я сейчас приду, куплю продукцию компании Amway и пойду продвигать дальше, они мне скажут, мы уже пробовали, покупали. В течение 22 лет все уже попробовали. То есть наступила клиентская политика. Все, там нечего делать. Мы можем только являться как клиенты, покупать. Да, у них хорошие продукты. Мы только бизнес уже не построим. Время ушло, время. Atomy будет затрагивать мировой рынок. И сегодня именно мы с вами, именно вы
все являетесь источником раскрутки этой торговой площадки по всему миру. Как вы думаете, если вы сегодня запустите эту махину, клиентскую базу, которая будет двигаться по всему миру, сколько вы будете получать в сутки? Не в сутки даже, в час. Да, тут, конечно, есть что? Лимит, да? 100 тысяч долларов в месяц, но зато до трех поколений. До трех поколений. Компания Atomy уже поставила свои цели. Вот когда я был недавно в Южной Корее, я сам лично услышал из уст президента компании, господина Пак Хан Гиля. На 300 лет уже поставлены цели. В Южной Корее так и делают. Законы для всех одинаковые. Для нас, для всех. Это все передается по наследству. По наследству. Представление имеете, да? То есть представьте, у нас огромные возможности, есть возможность стать долларовыми миллионерами до трех поколений. Все, это факты. Это факты. Уже это спору не подлежит. Система двигается. Если я не буду это делать, все равно вы это будете продолжать делать. Также это говорит о том, что от нас это не зависит. Ни от вас, ни от меня это не зависит. Это уже все. Пошло эта махина по всему миру. Концепция существует, маркетинг-план существует, продукция замечательная, самого высокого качества. И таким образом эта система будет распространяться дальше. Кто будет распространять? Конечно же мы. Но мы только начали. Понимаете? Культура, интернет, покупки через интернет, зарабатывать через интернет за счет клиентов, эта культура только начинается. Не сравнивайте с сетевыми компаниями. В сетевых компаниях концепция и принципы другие. Там всегда нужен стартовый капитал. Всегда нужен стартовый капитал. Чтобы стартануть, потребует с клиента сначала 100 долларов, 200 долларов, первый пакет, второй пакет, третий пакет. Вы когда-нибудь слышали такое? Да. Инвестиционные компании. Есть, даже квартиры сегодня продвигают через сеть. Цифровую технологию через сеть. Продуктовые компании. Говорят, криптовалюта. Опять же через сеть. И так далее. Существует очень много инвестиционных компаний, которые являются финансовыми пирамидами. Наверняка многие из вас теряли в таких инвестиционных компаниях свои деньги. Много, тысячи и тысячи компаний сегодня существует. Но человек должен знать, куда он пришел. Можно ли поставить свои цели на долгий срок? Вот что надо сегодня выбирать. Понимаете? И вот таким вот макаром, когда мы знаем, что сетевые компании на сегодняшний день делают всего лишь вот такие вот обороты, дальше уже не могут. Это говорит о том, что существует жесткая конкуренция, и уже они дальше все, не могут развиваться. Рынок сетевой индустрии уже захвачен. Понимаете? Сегодня торговые площадки – это сегодня новое явление. Самая первая компания в мире, которая дает простым клиентам создать международную сеть – это Atomy. Где бы вы видели такое еще? Скажите, покажите. Такого нет нигде. Раньше, в 20 веке, да, это мы с прошлого, да, люди с 20 века, чтобы сделать бизнес, даже в начале этого века, 21 века, чтобы сделать традиционный какой-нибудь бизнес, всегда нужны деньги. Открыть один киоск, один магазин и так далее, и прочее, всегда нужны деньги. Но это уже не рентабельно. Не рентабельно. Почему? Потому что у нас здесь, в Казахстане, в одном доме по 3-4 магазина. Существует жесткая конкуренция. Они не могут раскручивать. Эти магазины 80% по статистике закрываются. Открываются и закрываются. Потому что люди грамотно не делают. Даже если человек сегодня пошел в какую-нибудь сетевую компанию, он, значит, не думает. Он не изучил рынок. Он не изучил, что будет продвигать, нужен ли товар каждому человеку, какой рынок ему достанется. Не изучает. Понимаете? Люди просто теряют деньги. А сегодня мы пришли, почему мы с супругой были в поиске, почему мы не пошли именно в сетевые компании? Потому что мы тогда уже знали, там уже делать нечего практически. Сегодня Atomy нам дает мировой рынок. Мировой. И без одной копейки можно сделать этот бизнес.
не вкладывая ни одного цента. Потому что когда мы покупаем какой-либо продукт в атоме, это простая покупка для себя. Это не вложение. Точно так же, когда мы делали покупки, мы купили щетки для всей семьи, пасты и кофе, чтобы мы пили сами. И вот эта одна покупка за $10, $15, она нам позволит создать международный бизнес. Вы представьте себе, где это видано? Нет никакой активности покупать определенный объем каждый месяц, как это существует в сетевых компаниях. Там даже сайт надо оплачивать, чтобы пользоваться. Наверняка вы все знаете об этом. А сейчас без вложений – это новая эра, новое явление, концепция 21 века. От этого никуда нам деться, понимаете? Все равно когда-нибудь все станут клиентами атоми. Многие люди, многие. Опять же, нужно для начала время. Сегодня многие люди говорят, некоторые, ой, нам не верят, ой, люди не приходят. Это нормальное явление. Во-первых, чтобы предлагать, надо быть профессионалом. Это потому, что тоже профессия. Это тоже профессия. Человек сразу пришел, не изучая абсолютно ничего, он сразу хочет зарабатывать. Такого не бывает. Если хочешь зарабатывать хотя бы $100 или $1000, хотя бы надо знать на $100 или на $1000. Да? Вот. То есть это нормальное явление, что сегодня люди отказываются. Это точно так же, когда мы отказывались, когда увидели культуру сотовой связи в самом начале. Мы говорили, кому он нужен? Нам это не надо. За $1000 лучше я куплю две квартиры. Да, вот так вот. Но автоматически мы даже сами не поняли, как стали мы клиентами сотовой связи. То же самое стали клиентами интернета. В самом начале, хотя многие говорили, интернет, оказывается, очень вредно и так далее и прочее. Но, тем не менее, в каждом доме есть сегодня интернет. Это культура. То же самое сегодня атоми – это наша культура, которая заходит в нашу жизнь. Рано или поздно люди поймут, оказывается, купив один товар всего лишь на любую сумму, оказывается, можно зарабатывать деньги, создавать доходы. И это очень скоро дойдет до людей. Дойдет. Опять же, нужно время. Ну, статистика нам показывает 7-8 лет. И сейчас мы с вами стартанули. Если кто-то не покупает или не приходит на ваши презентации, вы не переживайте, не волнуйтесь. Просто продолжайте делать это дальше. Да, нет, следующий. Да, нет, следующий. И вот таким вот макаром сегодня очень важно создать собственную клиентскую базу на сегодняшний день. Пока у нас есть время. Время у нас есть. Через несколько лет, вот, допустим, в самом начале я вам говорил, в Казахстане очень население маленькое, да? Я думаю, в Казахстане через лет 5-7 все уже будут пользоваться продукцией компании «Атоми». Почему? Потому что я опять же задаюсь вопросом. Когда появляется какой-либо бренд, он заходит в каждый дом. Обратите внимание, ну, к примеру, допустим, сейчас в данный момент мы с вами все сидим, беседуем. У кого есть дома бренд Samsung? У кого? У кого? Если у вас Apple, но наверняка у вас есть дома чайник, холодильник или, может быть, телевизор от Samsung. Есть? Есть. Обратите внимание, Samsung зашел в каждый дом на планете. В каждом доме есть Samsung. Это бренд, да? То же самое. Наверняка вы сами или ваши родственники покупали Nike, Adidas. Это бренды. Наверняка. Это уже известные бренды. То же самое очень скоро Atomy будет являться у всех на устах. Atomy, о, это круто. Atomy, это бренд. Обязательно здесь надо купить продукт. Но время еще не подошло. Время. Всегда нужно время. Надо кто-то раскручивать. А кто раскручивает? Мы с вами. Этим надо гордиться. Конечно, нам маленько сложновато. Сложновато. Но тем не менее, вот это природа, да, говорит? Когда падает много снегу, один человек выходит и протаптывает тропинку до остановки.
Потом уже весь этот дом ходит именно по этой тропинке. Но первому человеку, естественно, было трудно протоптать эту тропинку. То же самое. Мы сегодня источники, мы сегодня раскручиваем. Нам, конечно, иногда не верят. Иногда там пренебрегают, равнодушно относятся и так далее. Это нормально. Но вы все, если мы сейчас начнем захватывать рынок, наверняка вы все долларовые миллионеры. Не бойтесь громких слов. В Южной Корее есть миллионеры, которые зарабатывают 100 тысяч долларов, вернее, получают доходы 100 тысяч долларов в месяц. Много. Несмотря на то, что всего 2,5 миллиардов долларов делает Atomy. Это говорит о том, что однажды будет и 10 миллиардов, и 20 миллиардов, и сотни миллиардов долларов. Это говорит, именно эти цифры подтверждают о том, что вы все будущие империалы. Конечно, если вы хотите это создать сегодня и захватывать рынок. Понимаете? Вы все в начале. В любой стране вы можете быть самыми первыми. В любой стране. Пример. Опять, я не буду говорить про Дину и Рину. Вот, они наши спонсоры. Именно эти люди, Рина и Дина, я вот очень сильно благодарен этим людям. Потому что благодаря именно этим людям они узнали о компании Atomy давно. И пришли сюда и начали, несмотря на то, что же закрытые компании, начали рассказывать. Благодаря этим людям сегодня в Казахстане многие люди вышли на доход. Это же круто, да? Здорово. Просто хочу привести пример такой. Татьяна Измайлова, замечательный наш спонсор. Она приехала в Казахстан и запустила, и закрутила эту систему. И сегодня без ее участия раскручивается эта система дальше и дальше, дальше. Это просто я сейчас пример привожу. Татьяна меня не может остановить теперь. Я являюсь активом, да, Татьяны. То есть это говорит о том, что Татьяна будет работать, не будет работать, она все равно будет получать доходы. Доходы по нарастающему. Эта система работает без нашего участия. Наша с вами задача создать живые активы. Что такое активы? К примеру, активы – это, допустим, человек создал сеть бензоколонок. Он же там сам не сидит, и эти бензоколонки приносят этому человеку доход. Человек создал сеть аптек. Сеть ресторанов, сеть магазинов и так далее. Это традиционный мир. Это является их активом, который приходит, приносит доход. Мы создаем живые активы. Живые активы. Наша задача создать активы. Намного, желательно больше активов, которые выйдут на доход. 1000, 2, 3, 5, 10 тысяч долларов. Тогда эти люди никогда не остановятся. И они будут самостоятельно двигать дальше и дальше. И это есть пассивный остаточный доход. Без нашего участия. Круто? Конечно, круто. На простых покупках. На простых покупках. Это не в сетевом. Обязательно определенную сумму надо. Нет. Клиенты, простые покупки. Я же вам говорю. Однажды мы все с вами будем получать доход. Ежесекундно, ежесекундно, пусть даже это будет цент, но ежесекундно, без остановки. Представление имеем, да? И это говорит о том, что нам всем повезло, повезло, что мы сегодня здесь в Atomy, понимаете? Что мы сегодня услышали наших спонсоров, пришли в эту компанию. И уже, вы знаете, это уже от нас не зависит. Все, мы эту систему запустили, мы хотим это или не хотим, это все крутится, мы уже просто обречены быть очень богатыми людьми. Вот что происходит сегодня. Если вы зайдете в интернет, начнете из достоверных источников читать это все, вы увидите, кем вы сегодня являетесь, кто вы вообще на самом деле. Вы супер успешный человек. Вы знаете, богатство – это не набитый кошелек в кармане вот именно сейчас.
Богатство – это когда у в голове есть идея и возможности. И поэтому, вот когда мы зарегистрировались сюда, вот 3 года тому назад, в 2019 году, мы сразу поняли, что мы богаты. Тогда мы уже видели, каким это образом будет происходить. Легко и просто. Легко и просто. Вот, поэтому сейчас только-только начало. 2 года, 3 года – это не срок для новой культуры. Это не срок. Все еще впереди. Все еще впереди. Поэтому я бы хотел вам всем пожелать огромных успехов, где бы вы ни находились. Но в атоме, если вы будете упорно каждый день повторять одно и то же, здесь не нужно там быть образованным, умным, грамотным. Нет, здесь простые действия вас приведут к успеху. Простые действия. Допустим, я необразованный человек. Необразованный человек. Я не мог в свое время выучиться. Но вы еще не знаете мое прошлое. Мы с супругой, в сетевой индустрии стали лучшими. С 99-м году, когда начали изучать, в 2004 году мы уже были признаны на дворце Каннских кинофестивалей. 2004, 5, 7 год. На мировом масштабе. Мы получили мировое признание. Мы работали вместе с Арнеллой Мути. Почему эти вещи я вам рассказываю? Потому что образование не имеет никакого значения. До сих пор я нигде не учился. Просто я больше действую. И все. Больше действую. Больше действую. И все. Сегодня образование – это одно. Учиться надо. Образование получать – это надо. Но действие человека – и имеет сегодня огромное значение. Сегодня люди, которые больше действуют, они супербогатыми становятся. Супербогатыми. Наверняка вы читали истории многих успешных людей. Эти успешные люди когда-то были очень-очень бедными и необразованными. Сегодня, вот в 20 веке, нам, да, говорили, надо учиться, надо иметь какое-то образование, чтобы работать. Работать, работать, работать всю жизнь. А что такое работа? Мы все знаем с вами. Работа – это существуешь, и все. Ты существуешь, от кого-то все время зависишь. Тебе диктуют, ты это делаешь. Нет никакой свободы. Здесь, не вкладывая ни копейки, вы можете стать владельцем пассивного остаточного дохода. Это правда. Это правда, но я думаю, что вы все это знаете. Я сейчас в данный момент не хочу обучать никого, потому что все знают, уже очень грамотные люди на сегодняшний день. Сегодня интернет позволяет все, да? Просто я сейчас в данный момент рассказываю свой опыт. Свой опыт. Просто я с вами делюсь. Вот. Поэтому я был очень рад с вами сегодня пообщаться. Еще раз спасибо Рине за такое замечательное предоставление вот таких вот общений вместе с вами. Я рад очень. Поэтому если есть какие-то, может быть, вопросы, или смотрите сами, на этом я думаю, что мы закончим, иначе люди, наверное, уже устали. Нет, от тебя невозможно устать. Спасибо, Жан-Булат, большое за то, что ты поделился с нами своим вдохновением, своими знаниями. Да, вот если тебя не затруднит, я думаю, и разрешишь людям задать вопросы, они поднимут руку, Вера Никифорова включит им микрофончик, да? Немножко. Да, нет, без проблем, конечно, да, у меня есть время еще. Если ты сам не устал, водичку иди попей. А, хорошо. Тогда я пойду водички попью, минут через 2 вернусь. Давай, хорошо. Ага, хорошо. Спасибо. Давайте, друзья, если есть какие-то возможности, Жан-Булат, вот как он говорит, что он необразованный, он самообразование – это самое главное. Образование и ум – это совершенно разные вещи, правильно? У него очень большой опыт, и я рада, что он с нами нашел время, поделился. Завтра он уже уезжает там к своим партнерам в другой город, поэтому вот я его успела выловить, да?
Вот. Это, знаете, я еще хотела добавить, очень классно, действительно, Жанбулат конкретно в цифрах нам показал вот эти перспективы, будущее, место наше. И нам всем хочется, я думаю, каждый сейчас из нас хочет воскликнуть. Гордимся быть атоми, да? Наш этот слоган. Вот мистер Пак рассказывал о маркетинговом таком термине. Вот сейчас мы в исполнении Жанбулата, этой его информации, мы действительно увидели, что значит этот маркетинговый термин, как в природе. То есть употребляется для, когда осваивается какой-то новый рынок, маркетологи говорят, или там blue water, да, голубая вода, или red water, красная вода. То есть это так же, как в природе, например, акулы, допустим, акулы, да, хищники там, живут уже скучно, популяция выросла большая, да, уже друг друга там поедают, и вода становится такая вот красная вот от того, что вот перенаселенность этой популяции. А когда blue water, он говорит, да, мистер Пак говорил нам, голубая вода, здесь еще нет хищников, здесь еще все свободно, весь как бы рынок, вот этот водоем, море, океан, он свободный. Вот сейчас нам Жанбулат вот это все показал, и мистер Пак говорит, что мы с вами все в атоме находимся именно вот blue water, в голубой воде, вот. Жанбулат, все, попил водички? Где? Он еще не пришел, да? Ну, давайте, готовьте свои вопросы, давайте еще дискутируем и позадаем вопросы. Добрый день, коллеги. А может, кто знает, вот Рина, может, к вам вопрос. Вообще, компания Atomy сейчас торгуется на бирже, корейская или какой-нибудь еще? Как я слышала, что они там собирались, да, это выставлять свои акции, но конкретно нам пока, вы знаете, помните, говорили, что вот какой-то там оборот определенный, что акции, их можно в акции, это будет обязательно. Вот хорошо, Жанбулат сказал, всему нужно время, не торопитесь. И то, что по персональной платформе, да, то, о чем говорили, вот это XR, расширенная реальность. То есть там уже компания Atomy готовит, там еще что-то более такое крутое, крутое. Это мы все услышим, это все они презентуют на семинарах. Так что не торопитесь, здесь мы вообще в самом там, таком крутом месте. Так, Жанбулат, еще у кого-то есть вопросы? Жанбулат, ты готов, да? Да, я вот здесь. Ага. Слышно, да, меня? Давайте. Да, не стесняйтесь. Да, вопрос по поводу биржи. Торгуется ли Atomy на бирже сейчас, корейской или еще на какой-нибудь? Просто они с 2009 года работают, может, они уже есть где-то на корейской хотя бы бирже. Слышали такое или нет? Так, пока, честно скажу, пока еще не слышал я. Но в любом случае, я думаю, когда мы создадим здесь прецедент, каждый человек, когда создаст свой прецедент и выйдет на определенную квалификацию, я думаю, что в любом случае что-то будет объявлять. Потому что это будут, если многомиллиардные обороты, компания сейчас готовит очень много нового. Вот я сам лично слышал, когда мы были в Южной Корее, вот господин Пак Хан Гиль, он сказал, очень много будет изменений в хорошую сторону. Он сказал, что вы все будете супер успешными людьми. Вот. И в этом я понял, что в любом случае, вот если в таких крупных корпорациях везде же есть акции, да, там, допустим, но я думаю, квалифицированные люди, они будут довольны, я считаю. Пока не могу, конечно, ничего сказать, потому что я не слышал об этом, конкретно не слышал. Но я догадываюсь, потому что в прошлом проекте мы, если бы эта компания не закрылась, мы преуспели очень хорошо, и там тоже объявляли про акции, то есть мы, конечно, тогда закрылись в 2008 году, вот, и хотя нам уже промотировали, мы будем акционерами. Но, к сожалению, или к счастью, я не знаю, тогда компания закрылась. Но я, наверное, к счастью, потому что мы здесь в Atomy сегодня. Да. У них есть планы в планах, у них это есть. Так что набираемся терпения и ждем. И к нашему счастью... Сегодня я рекомендую
рекомендую. Говорят же, надо двигаться не торопясь, но поспешая, да, или как там говорят. Сегодня идет захват рынка, надо успеть создать клиентскую базу. Сегодня идет захват рынка, еще раз хочу сказать, захват, да, то есть желательно больше создать клиентскую базу и надо выходить на квалификации. Это очень важно, мне кажется, на сегодняшний день. Конечно, мы все, конечно, будем квалифицированные люди, время у нас есть, но тем раньше мы это сделаем, тем быстрее мы выйдем на доходы. Вот, к примеру, автомастера, если у них обороты большие, они получают до 4, до 5 тысяч долларов. Это же первая квалификация. Автомастер – это вообще, конечно, считают, что это сложная квалификация. Первая квалификация всегда она как бы сложная. Но желательно больше действовать и выйти на автомастеров. А потом уже происходит уже автоматически, включается автомат. Вот в нашей, допустим, вот с супругой, да, мы, когда мы на второй месяц мы сделали мастера и не падали никогда. Вот мы стартанули 10 августа, в сентябре мы уже стали мастером, и нас поздравляли здесь. Как раз был семинар, и нас поздравляли, и больше мы не опускались, потому что мы постоянно двигались и выращивали свою структуру. А потом уже бриллианты, а потом уже сделали Шарона, да? И вот сейчас, конечно, мы метим на звездного мастера. Но надо поработать хорошо. Просто бывает иногда, конечно, мы своими делами там заняты, там то все, но тем не менее, в любом случае, может быть, это оправдание, там, если человек хочет и поставит конкретные цели, это любому человеку можно. А, кстати, мы стартанули, вот на второй год мы же без ничего приехали, я же чуть-чуть рассказывал вам свою историю. Через 2 года мы в центре города Алматы купили 3-комнатную квартиру. Я когда сижу сейчас в своей квартире. В гости прийти. Без проблем, да. Вот именно благодаря Атоме. Еще у нас были очень много долгов, мы приехали с долгами сюда, кредиты были, все это мы оплатили, и после 2 лет мы 3-комнатную квартиру купили здесь, в центре города. Это при том, что дома и кушать не готовить. Вот, представьте, то есть это благодаря Атоме. И при том, что у нас в Алмате очень дорогая недвижимость. Да. И вот сейчас вот у нас есть уже другие цели, планы. Да, мы просто, знаете, вот каждый из нас, я, конечно, здесь аудитория, сейчас я смотрю, приличная. Многие из вас уже лидеры. Наша задача создавать других лидеров. Вот тогда мы преуспеем. То есть надо создавать активы. Вот, допустим, вот сейчас я еду в Актобе, это край Казахстана. Это возле Уральска, да? Конечно, это действительно далеко. Я через интернет, мы зарегистрировали одного человека, этот человек купил сет Чимахим, а из-за одного человека я еду в Актобе. Из-за одного. Ее зовут Сауле. Почему? Потому что мне очень важно. Я приеду сейчас туда, я буду встречаться с ее аудиторией. Моя задача в очень скором времени этот человек стал мастером продаж. Я ее не оставлю, потому что я хочу создать активы, мощных активов. Это живые активы. Вот тогда мы быстрее преуспеем. Когда мы сами становимся мастерами, надо создавать других мастеров. И вот тогда мы быстро будем подниматься по карьерной лестнице. Вопросы есть еще какие-то? Да. Я еще просто добавлю. Вот ты сказал, что вам повезло, что вы там ту оставили компанию, и зато вы здесь в Атоме. А я хочу добавить, что нам всем повезло, потому что как мистер Пак не нашел крупного инвестора. Помните, он хотел стать частью AliExpress в Корее? Это называется у них там как-то Корея, AliExpress Корея. Ему нужен был... крупный инвестор для того, чтобы он там размещал свои товары на этой торговой площадке. И он говорит, поэтому говорит, вам всем повезло, что я такого инвестора не нашел. Я создал Атоме. Ура! Да, конечно, повезло, но... Да, вот так. Давайте да, вопросы. Вот сегодня мы же все являемся сегодня владельцами
частью этой торговой площадки. Мы являемся вообще владельцами торговой площадки. Круто же. Каждый товар содержит PV. Это нигде нет. Вот наша сила. Вот этой торговой площадки. Да. PV. Да, абсолютно верно. Давайте, друзья, не стесняйтесь. Джамбулат, спасибо вам огромное за вот сегодняшнее выступление, потому что оно потрясающе, оно просто до такой степени четко все поставлено. Ваши замечательные примеры, особенно с этим снегом, с этой тропинкой, которую нужно протоптать кому-то первому, чтобы потом пошел весь дом по этой тропинке. Ну, вы просто молодец. Спасибо вам огромное, потому что сегодняшнее выступление на одном дыхании, такое впечатление, что всего 5 минут прошло. Вот, почаще приходите сюда. Благодарим вас. Спасибо большое, спасибо огромное. Вопросов от такового нет, потому что учим же это все. Дина, с Диной, спасибо вам. Разложили по полочкам. Очень много. Если нет вопросов, тогда, Рина, можно я немного, допустим, чуть-чуть расскажу тогда свой опыт? Ну, некоторые, так, по чуть-чуть. Да, конечно. Вот смотрите, вот очень часто бывает так, люди, это на самом деле везде есть, везде. Допустим, и в России, и в Казахстане на самом деле люди везде одинаковые. И когда очень многие приглашают людей, люди зачастую так бывает, что отказываются. Почему отказываются? Потому что человек думает, что это обычная сетевая компания. Это вот настолько сегодня люди устали от предложений, это факты. Наверняка мы все с вами знаем. Вот. И поэтому, вот, допустим, вот наш метод, супруга Жулдуз, наш метод совсем маленько другой. Мы вообще делаем интриги. Интриги. Когда приглашаем, мы приглашаем просто на тусовку. Вот когда мы в прошлом году еще снимали квартиру, и там был такой двор, и там в этом, она огороженная, там охраняемый двор был, И во дворе действительно чистота, порядок, и там был этот, где люди ведь по вечерам отдыхают, сидят, отдыхают, разговаривают, общаются там, то все, там столик длинный такой, и такие, еще беседка, да. И вот я частенько выходил туда, наливал себе кофе Атоми и с собой брал продукты Атоми. Щетки, пасты, может быть, даже порошки там. А потом, когда я приходил, просто на стол ложил это все и угощал их кофе. Я никогда никого... Вот в данный момент я не люблю просить, потому что сегодня есть... Тысячи путей, как предложить Атоми. Тысячи. Просто надо, если головой немного подумаем хорошенько, да, по вечерам, есть очень много разного характера подходов. И вот я выставлял, наливал кофе и просто их угощал. Они были все, бывают всегда в восторге, и я абсолютно ничего не говорил им. Про щетки, про... Они все сами автоматически видят щетки, пасты, автоматически они сами спрашивают. Что это такое? А это что? Я им говорю... Это секрет, я еще как бы делаю интригу, да, вот, интригу, это, говорю, секрет, специально, да, вот, я хочу, чтобы они сами спрашивали, да, и люди сами спрашивают, я говорю, это, знаете, это, говорю, не везде есть, еще в Казахстане, я вообще, говорю, ее нету, то, что вы сейчас видите, нигде ее нету, только, говорю, у меня есть, у нас. Я говорю, вот эта золотая щетка стоит всего лишь $1, то есть, да, не $1, даже 80 центов по-нашему сегодня. Щетка. Я говорю, 80 центов. Золотая щетка. Я им объясняю. Когда они сами спрашивают, они вообще не верят, как это так. А потом спрашивают, а это что такое? То, что... И вы представляете, уже когда человек задает вопрос, уже пошел процесс. Уже прошел процесс, да? И вот таким вот макаром, если это делать каждый день, вот у нас, сейчас мы приучили наших клиентов с собой, так сказать, постоянно с собой продукции Атоми. Они в сумках все держат щетки, пасты, даже порошки. Они с собой не ленятся, берут и по своим делам ездят туда-сюда, они постоянно с собой таскают. Вот. И вот вчера мы буквально после презентации с супругой на такси сели. Вот после встречи, Рина, помнишь, мы на такси же уехали?
Вот. И вот тогда на такси сели, и там одна женщина, мы по дороге сидели, общались, как говорили про продукты, про атомы. Эта женщина сама спросила. Водитель женщина оказалась, таксист. Она сама спросила, а чем вы занимаетесь? То, все. И мы просто интрига, ой, у нас такие-то такие продукты, цены такие-то, такие-то. Но мы ей абсолютно ничего не предлагали. Но мы знали, что она сама будет спрашивать дальше, дальше. Когда мы уже подъехали к нашему дому, она говорит, давайте, говорит, я вам оставлю телефон, запишите, говорит, мой телефон, пожалуйста, говорит, позвоните. Я, говорит, недалеко здесь живу, я, говорит, таксую, это женщина, пожалуйста, говорит, позвоните. Вот. То есть, вот, знаете, когда человека тянешь к себе, человек отталкивается. А когда человека толкаешь, она приближается, прижимается, да? Это закон отталкивания называется. То есть, вот как бы это мой небольшой такой опыт, лучше делать больше интригу. Когда я, допустим, приглашаю своих на презентацию, я им всегда говорю, давай потусуемся здесь. Есть, говорю, небольшие подарки для тебя, приходи. Небольшой подарок для тебя есть, приходи, пообщаемся, кофе попьем, пообщаемся и так далее. И люди у меня спрашивают, а какой подарок? Я говорю, придешь, узнаешь. Придешь, узнаешь. И человек уже автоматически в голове уже переключается, что какой-то ждет подарок. Все, мы же знаем, что такое, да, вот халява. Все, этот человек включается и сразу, все хорошо, приду. Все хорошо. Я никогда не говорю, компания какая-то там и так далее. Никогда. Я говорю, приходи, потусуемся, пообщаемся, бильярд поиграем. Небольшой ждет подарок. Если женщина приходит, я предлагаю им выбор. Щетку или пасту, или одноразовую маску. Маска. Вот у меня дочка или супруга в офисе, они раз, подарок. Это же замечательный подарок, правильно же, да? Одна процедура маски. У нас сегодня люди покупают четырехэтапку и в салонах зарабатывают деньги. Одна процедура стоит несколько десятков долларов, допустим. И когда человек приходит, мы ей дарим одну маску, вот, да, когда человек сидит под маской, мы уже выкладываем всю продукцию перед ней. И все, рассказываем, это коротко. А когда она снимает маску, вот, все, она в восторге. То есть это как бы небольшой наш опыт. Вот нет вопросов, не было вопросов, поэтому я чуть-чуть так поделился. Конечно, хотя есть очень много путей, как сделать интригу. Здесь, мне кажется, легко приглашать. Жолдос, нам тоже помаши ручкой, чтобы мы тебя тоже видели. Давай. Ну ладно, просто голос. Жолдос, да. Она читает. В халате, говорит, я сижу. Неудобно, говорит, мне. Голову просто. Потом, говорит, вот, руками машет. Ага. Спасибо, Жанбула. Ты прямо прирожденный оратор. И по-русски хорошо говоришь, и по-казахски. Супер, классно. Спасибо вам. Нету, да, больше вопросов? Поблагодарим тогда Жанбулата. Жолдос, да, давайте. Да, добрый вечер. Аида, огромная благодарность Жанбулату. Все очень конструктивно, по сути, и за ваши изюминки в бизнесе тоже. Огромная благодарность, очень поучительно. Спасибо, и, спасибо огромное. Конкретно, вот сколько вы в Атоме? Сколько вы... Кстати, с Арнелой Мути я тоже работала, так что, может быть, мы там пересекались с вами в Казахстане. Да, возможно, возможно. Я думаю, что очень скоро мы познакомимся все. Все равно же мы будем посещать какие-то семинары, там тусоваться будем. Мы же везде же будем. Поэтому одна команда, одна семья Атоме, да, гордимся быть Атоме. Так вы сколько в Атоме конкретно занимаетесь? Вот в полную. Мы с супругой зарегистрировались в 2019 году в феврале месяце. Мы один аккаунт держим. Мы семейная пара. В 2019 году в феврале зарегистрировались. И с момента старта, вернее, это был как бы... Может быть, даже старт, да, дали уже возможность, продукция была, уже маркетинг-план уже действующий был, можно уже было получать деньги. Это официально старт был 23 июля, июля,
26 июля в 2019 году. Это через Россию. И мы получали все товары через Россию еще тогда. Мы ждали целыми месяцами, ждали. Маленько было сложновато, да. Да. И вот с того момента, ну а потом, вы понимаете, в 2020 году была уже пандемия сразу. Как только мы стартанули, только начали раскручиваться, мы сидели все дома, пандемия, офис наш закрыли вообще. Вот, сидели какое-то время дома. Вот, а потом опять начали раскручиваться. Но мы просто так не сидели, потому что сегодня такой очень важный момент всем для нас. Вот хочу сказать, что мы очень такой важный момент, да. Время сегодня очень самая дорогая валюта – это время. Поэтому я вот, допустим, думаю, что каждый день надо повторять, каждый день надо двигаться, каждый день надо регистрировать, с кем-то общаться, предлагать, потому что это наша профессия, это наш бизнес. Вот. Но зато потом намного будет легче. Если мы год хорошо, конкретную цель поставим, вот как мы с супругой. Мы с супругой сразу поставили свои цели. Вот мы за это время выйдем на мастера, за это время уже, когда сделали уже мастера, стали автомастерами, уже поставили цели, как на бриллианта выйти, а потом уже поставили на Шарона. Мы уже сразу поставили, когда мы купим квартиру и так далее. То есть это говорит о том, что если мы поставили свои цели, это говорит о том, что каждый день что-то мы делали все равно. Вот у меня супруга, можно сказать, 24 часа она не уходит от компьютера. Постоянно там. Мы дома вообще практически перестали готовить. Вот, или заказываем, или там куда-нибудь сходим, там поужинаем или пообедаем. Потому что времени нету на самом деле. Нету. Это важный момент, мы очень хорошо понимаем. Поэтому лучше сейчас хорошо поработать, а потом уже наслаждаться до трех поколений. Вот так вот мы считаем. Супер. Огромная благодарность еще раз за ваши инсайты и за то, что вот раскрыли тему в полном объеме и про телефоны, про мобильную связь, про перспективы. Спасибо. Угу. Удачи вам огромной. Спасибо вам всем. До огромное свидания. Спасибо. Жанбулат, огромная благодарность. На связи спикер тоже Раиса Селютина. Я просто в восторге от вашего мужского взгляда на наш бизнес. Благодарю за вашу эмоцию, за вашу искренность, за вашу честность и вот за те изюмины, которые вы сегодня нам дали. Я была не сначала, я знаю, что будет видео, еще запись, и благодарю Веру, если она еще записывает, конечно, сегодня. Благодарю вас, огромная благодарность, просто очень здорово. И мы все рады, спасибо, что именно мы здесь, в этой компании. Рина, Дина – это наши люди, которые создали нам видение. Сначала сами увидели и поделились с нами. Всех благодарю, обожаю Атоми, семья Атоми, всем привет. Спасибо. До скорой встречи, я всегда говорю, до скорой встречи. Потому что в любом случае мы будем всегда вот пересекаться, конечно, как бы в одной семье. Наш модератор Вера хочет сказать. Раиса, спасибо, обнимашки. Вера, говори. Жанбулат, огромнейшее спасибо. Знаю о компании все и даже больше. Еще информация. Она такая же зануда, как и ты, Вера, не пожалуйста. Ну, после сегодня презентации думаю, боже мой, а что же я завтра буду людям рассказывать? Ну, низкий поклон, молодец, молодцы и твоя жена, и ты молодцы. Вот действительно, те, кто увидели перспективу, емкость этого проекта, те, кто еще будут двигаться, то, конечно, все будут успешны, и, как ты сказал, не только сами, но и бизнес трех поколений, это действительно восторг. Спасибо большое, огромное спасибо. Вам спасибо тоже. Спасибо огромное. Жанбулат, вы прямо такая вишенка на торте, да? Просто огромная, красивая, вкусная, емкая, желудок просто подавно. Поэтому вот этот ваш взгляд, ваше видение, оно действительно, знаете, вот я сижу, у меня плечи вот те, как будто, ну вот,
все напряжено от волнения. И сегодня должен быть на брифинге мой сын с невесткой. Я думаю, уж сегодня-то они вас услышат. Тоже семейная пара. Да, буду поэтому очень благодарим, рад, благодарим, любим, целуем и продавать вас будем просто сейчас. Верочка, если запись сделала, эта запись будет просто бестселлером. Мы будем всех продавать вас и продавать очень задорого. Так же, как Рину и Дину. Благодарим вас, целуем, обнимаем. Спасибо, спасибо огромное. Взаимно, спасибо. Жан-Балат, привет вам от Фирсова Ирины. Все тут, смотрите, спикеры хотят тебе высказать. Очередь выстроилась. Я тоже вашей команды. Вы где так долго прятались и почему вы так долго молчали? Мужская энергия должна быть обязательно в любом деле. Я надеюсь, что вы будете постоянным нашим спикером. Такая страсть, такая любовь, такой расчет, такая логика мужская. Этого нам очень не хватает, потому что женских эмоций здесь через край. А нужна мужская логика, мужской расчет и конкретика мужская. Вот прямо так по-настоящему, с творчеством, с таким обилием примеров. Сижу и просто вот хорошо, что я с ручкой села и с конспектом. Спасибо вам огромное за эту встречу. Дай Бог, что это будет не последняя встреча. Пожалуйста, станьте нашим постоянным спикером. Очень просим. Как говорят, богатые делятся, бедные делят. Поэтому я буду очень рад всем делиться. Ну, я просто называю Жан-Булата летучий голландец. Он у нас, видите, в структурах работает, поэтому мы сегодня его выловили. Вернее, вчера. Да, я послезавтра выезжаю, и потом 4-го же у нас в Кызылорде семинар же, Дарина, да, и да. Я там буду, после семинара, уже после 4-го, даст Бог, приеду в Алматы. Ну, я думаю, что потом мы уже свяжемся и будем общаться. Так, у нас Галия что-то хотела, да? Да. Я с структурой непосредственно Жан-Булата, мы даже родственники с ним. Я хочу сказать огромное спасибо вот ему за помощь. Это вот один из тех многих лидеров, который служит смирению. Почему мы его до сих пор вот в этом эфире не видели? Потому что он работает, он все время в работе, на работе, помогает всем. Спасибо огромное. Спасибо, Галия, спасибо огромное. Целую тебя. А Галия в каком городе живет? Я в Алматы. В Алматы здесь. А, в Алматы, да. Центр Айдари, да. У нее есть собственный центр Айдари здесь, в городе Алматы. Айдари, это...